Сегодня 7 августа. Уборка яровой пшеницы, сорт «Одета». Поле, которое было посеяно яровой пшеницы самой первой, где-то 18-19 марта. Предшественник соя. Из удобрений здесь была селитра аммиачная. Внесение было дробным, где-то до 250 килограмм селитры уже по вегетации. Урожай пока мне неизвестен. Гербицидная защита «Мортира» плюс «Эстерон», фунгицид «Рекс плюс», фазу трубки совместно с противозлаком и «Абакус Ультра» уже по флаговому листу. Флаговый лист, начало калашины. Пшеница, конечно, перестояла прилично, где-то больше 10 дней, но все равно пока держится, не осыпается. Судя по тому, как здесь комбайны набрались, на Одете урожай здесь неплохой. Потому что обычно она бургер успевает, но просто они, наверное, все одновременно начали молотить, разрезать это поле и одновременно набрались комбайны. По счетчику получается 60-65. Но опять же, мы находимся на лучшем участке. Ты сам знаешь, от дорога это вот прямо не самые лучшие всегда. Горизонтальные, во-первых, они и самые как бы много лучше обрабатывались всегда. Ну да, да, получается так. Он не сильный краевой эффект, но он еще есть, он есть все равно. Я тоже заметил, что он неравномерно. Интересно, там получше, либо фунгицидами обрабатывали разное время. Что она по цвету отличается от обоих? Там вспашка была, а здесь без отвалки. То есть здесь получается более темная солома, а там более желтая. Тут вспашка, там вспашка была. Да, там вспашка, а здесь без отвалки. То есть здесь больше получается поразилась это, да? Она быстрее, наверное, поспела. Поспела, да. Высоковольтные подъехали, сыпались в пустой.
там директор сделал. Это обычно не делают. Когда мы начинали его сеять. А это же первый посев был, самый первый посев. Яровой пшеницы. 18 или 19 марта.